Крошка Антошка ТВ представляет. Это коровка. Смотри, у нее колокольчик на шее. Слышишь, как он звенит? Слышишь? Это овечка. У нее шерстка мягкая, кудрявая. Это собачка. Она дрессированная и знает команду сидеть. Это курочка. Какой у нее красивый гребешок. А это свинка. У нее большой пятачок и хвостик крючком. Подумай, кто здесь лишний? Курочка лишняя, потому что она птица, а остальные – животные. Это курица. Она кудахчет. Ко-ко-ко. Скажи тоже. Ко-ко-ко. Молодец. Милые друзья-зверушки захотели полетать на воздушных шарах. Смотри, это зебра. А это лев. Вот летит свинка. А это слон на воздушном шаре. А с ними еще крокодил и овечка. Как интересно летать на воздушных шарах. Ух ты, как необычно все выглядит сверху. Посмотри внимательно на зверушек и покажи, кто среди них домашние животные. Правильно, свинка и овечка – домашние животные, а остальные – дикие животные. Это свинья. Она хрюкает. Хрю-хрю. Сможешь повторить? Хрю-хрю. Это овца. Она блеет. Бе-бе. Попробуй повторить. Бе-бе. Отлично! Это лошадка. Смотри, она щиплет травку. Найди правильную тень лошадки. Посмотри внимательно на картинке. Все тени разные. Надо выбрать ту, которая точь-в-точь похожа на лошадку. Получилось найти тень лошадки? Вот она! Отлично! Это лошадь. Она ржет. Иго-го! Скажи, иго-го! Громче! Иго-го!